Конкурировать в этом материальном мире очень сложно. И здесь такой вопрос, который я в свое время задал себе. Он заключался в том, что а как же нам, обычным, маленьким да лысым, конкурировать в этом мире сложном, когда у нас за плечами ничего нет, когда мы тоже хотим быть и знаменитыми, и успешными, и, наверное, здоровыми и так далее. И пришла на ум идея такая, но есть же такие люди, которые ниоткуда да в князи, ну и бывают же такие люди, которым вот чертовски повезло. Я это назвал идеей духовной конкуренции, или по-другому система везения человека, система, свою эзотерику я называю системой, разработанной мной системой, которая объясняет, почему человеку везет. И вторую сторону этой эзотерики назвал управление хаосом или управление контролируемого хаоса. Ну и саму систему первой части, которая называется «Почему человеку везет», я объясняю с позиции духовного роста. То есть человеку, который живет и который имеет какие-то элементы духовности, это первое желание, которая создает надежду на то, что будет лучше. Это внутренний яростный такой огонь, который заставляет человека к чему-либо стремиться. Это даже концепция доброты. И одним словом, вот эти все элементы, когда человек может развивать свою духовность, могут помочь человеку быть более везучим в его жизни. Ну и, конечно же, моя эзотерика, она в большинстве своем объясняет, как можно конкурировать только с помощью развития у себя духовности. То есть быть более добрым, быть более теплым, более ценить близкие отношения, более сильно любить своих близких, свою мать или отца. Ну и вот там целый ряд вот этих концептуальных идей, которые я озвучиваю прямо на первой ступени школы Кайлас. Именно поэтому это равновесие духовного и материального, оно может быть. То есть человек выбирает для себя, каким путем ему идти, быть конкурент, вырабатывать свою конкурентную сторону, будучи конкурентным в материальном мире, тогда он должен быть более сильным, более хитрым, более жестоким, более, наверное, бесстрашным, либо конкуренцию в духовном мире. Тогда он должен быть более добрым, более заботливым, более, наверное, творческим. Ну и там все элементы, которые связаны с духовностью. Можно ли эту информацию найти? Не думайте, что я не хочу об этом говорить. Данную информацию очень легко найти на моем канале в YouTube, который называется Андрей Дуйко официальный канал. Вам для этого необходимо перейти на мой канал и набрать в поисковой системе Андрей Дуйко духовная конкуренция или Андрей Дуйко как значение духовности для человека, и вот посмотреть там полноценный вебинар, я об этом очень много